России сейчас начнется. Просьба выключить звук мобильных телефонов. И сначала хочу сказать вам о правиле. У нас отвечает на все вопросы сначала капитан, после этого наступает время вопросов для главного тренера. Guten Abend, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen auf die PK des Trainers der russischen Nationalmannschaft, Fabio Capello und Roman Schurkow. Wir haben eine Regel, zuerst die Fragen an den Kapitän richten und bitte schalten Sie Ihr Mobilfunk aus. Спасибо. Пожалуйста, вопросы Роману Широкову. Ты микро? No, микрофон. Микрос? No, микро. Сейчас будет. Дима, сейчас будет микрофон, она несет. Yes, please. Да. Я смотрел вчера интервью Юрия Ладыгина после тренировки, и когда ему задали вопрос про сборную Австрии, видимо, говоря про Давида Алабу, про сильных игроков этой команды, он сказал, ну вот там есть парень, который играет в большой команде. Если, как говоря, смутил вот такой подход к сопернику, соответственно, вопрос к Роману Широкову, что он знает про сборную Австрии, может назвать хотя бы тройку футболистов из этой команды, поскольку перед этим была тренировка сборной Австрии, и они очень ловко жонглируют фамилиями игроков сборной России, они знают всех. Знаете ли вы хоть кого-то? Die Frage war an den Kapitän. Gestern hatte der Journalist Interview von Юрий Ладыгин angehört und die Mannschaft von Österreich, die kennt alle Namen von den Russen. Die Frage an den Kapitän, welchen Spieler kennt in der österreichischen Mannschaft außer von Alaba? Natürlich ist es ein berühmter Spieler und welchen anderen Spieler kennt Я не думаю, что обязательно надо знать всех игроков, и даже хотя бы тройку. Мы знаем, кто представляет основную угрозу, и завтра мы их постараемся закрыть. Ich glaube nicht, dass ich alle Namen kennen muss. Wir werden morgen spielen und ich kann jetzt keine einzelnen Namen sagen. Следующий вопрос, пожалуйста. Nächste Frage, bitte. Окей. Благодарим вас. Спасибо. Okay, спасибо. Теперь, пожалуйста, вопросы главному тренеру сборной России Фабио Капелло. Спасибо, Дим. Дмитрий Занин, Россия 2. Фабио, сейчас, если почитать последние новости, вы лишились своих итальянских помощников, вам не платят зарплату, сборная показывает не очень хороший результат, вас очень сильно критикуют в России все, кому не лень, и практически никто из, по крайней мере, публично не высказывает вам слов поддержки. И в связи с этим хотелось бы узнать, как у вас вообще настроение и как можно работать в такой ситуации? Спасибо. Fabio, die letzten Nachrichten sind nicht so beruhigend. Sie haben Ihr Helfer verloren. Sie haben die letzten 5 Monate Ihr Gehalt nicht erhalten. Sie werden sehr stark kritisiert. Die Mannschaft hat die letzten 2 Spiele nicht besonders gut gespielt. Wie gehen Sie damit um? Devo dire che abbiamo fatto una settimana molto buona. Должен сказать, что от эту неделю, которая предшествовала этой игре, тренировались очень хорошо. Giocatori si sono allenati perfettamente e quindi sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto. Игроки тренировались максимально с максимальной самоотдачей, и я очень доволен, как они готовы. Tutte le altre cose io le lascio indietro e guardo sempre solo avanti. Все остальные вещи я оставляю сзади, смотрю только вперед. Quindi guardo avanti e guardo con fiducia la partita di domani. Двигаемся вперед, думаем о будущем и уверен в хорошем успехе завтра.
Alle Spieler, die heute am Feld mittrainiert haben, haben sehr gut gespielt. Ich bin zufrieden, wie die Mannschaft sich entwickelt. Ich bin zufrieden, wie die Mannschaft spielt. Alle anderen Sachen, alle anderen Fragen bezüglich, die haben heute hier nichts, haben keinen Plan. Ich bin überzeugt, dass morgen meine Mannschaft gut spielen wird und wir spielen, um zu gewinnen. Сеньор Капелло, два вопроса. Первый по поводу возвращения Романа в сборную. Вы сказали, что это очень добрый знак и важный момент. Можете ли вы сказать о том, что теперь игра сборной России изменится с возвращением Романа Широкова или станет той, которую мы видели вместе с ним? Мистер Фабио, Sie haben Roman zurückgeholt in die Mannschaft. Roman kann jetzt wieder spielen. Sie haben gesagt, das ist ein Schlüsselspieler. Wird sich was bei der Mannschaft verändern? Wird die Mannschaft jetzt besser spielen? Широков è un giocatore importante, però io dico sempre che si vince in tutti, si perde in tutti. Роман очень важный игрок для национальной команды, но я всегда говорю, все выигрываем, все проигрываем. Devo dire che Roman ist ein wichtiger Spieler für uns, aber ich habe immer schon gesagt, wir gewinnen alle zusammen, wir verlieren alle zusammen. Che lui ha quella qualità che magari in certi momenti è importante di riuscire a fare il passaggio vincente oltre che segnare dei gol. Роман обладает таким мастерством, сильной характеристикой, что в определенные моменты игры может сделать либо голевую передачу, плюс сам исполнить, забить. Roman ist einer von den Spielern, die das Spiel drehen können. Er kann einen Pass spielen, er kann ein sehr wichtiges Moment herausspielen und seine Art und Weise zu spielen für die Mannschaft ist sehr wichtig für uns. Però devo dire che contro la Svezia abbiamo giocato una buonissima partita. Но должен сказать, что против шведов мы отыграли хорошую игру. Ich muss sagen, dass wir gegen Schweden sehr gutes Spiel gespielt haben. Anche contro la Moldavia abbiamo commesso un errore e ci hanno castigato. То же самое касается игры против Молдавии. Допустили одну ошибку и нас наказали. Gegen Moldawien haben wir einen Fehler uns gelassen und dafür wurden wir bestraft. И второй вопрос. Нету новостей о погашении задолженности перед вами. Не складывается у вас впечатление, что просто вот таким образом вас просто не хотят видеть в сборной, не решая этот вопрос? Как вы смотрите на это? Es gibt keine Nachrichten bezüglich des Geldes, was man ihnen noch schuldet. Ist das nicht so eine Art, dass man sie raus aus der Mannschaft haben möchte? Io sono qui per lavorare, sto lavorando. E sono concentrato sulla partita domani, non su queste cose che lei ha detto. Я здесь для того, чтобы работать, сконцентрирован на игре, на завтрашней игре, на сопернике. Я не думаю о тех вещах, о которых вы спрашиваете. Ich denke nicht über die Sachen, die Sie mich fragen. Ich bin hier, ich mache meinen Job, ich arbeite hier, ich konzentriere mich auf das Spiel morgen und das ist das Einzige, was mich jetzt momentan interessiert. Okay, Signor Capello, in italiano, tedesco? Tedesco, no, italiano, in inglese, sì. In tedesco. Wie schätzen Sie die österreichische Mannschaft ein? Как вы оцениваете австрийскую команду? La squadra austriaca, come... È un'ottima squadra che sta giocando molto bene. Отличная команда, которая хорошо играет. Starke Mannschaft, die sehr gut spielt. È una squadra che è molto compatta, che difende in nove e attacca con molti giocatori. Команда, которая играет, выдерживает компактность между линиями, очень компактно играет и очень большими силами обороняется. Практически 9 игроков всегда за линией мяча. И атакует также, выбегает в контратаке большим количеством игроков. Eine Mannschaft, die sehr stark zusammenspielt, die spielt sehr stark in der Verteidigung, die spielt mit 9 Spielern hinten im Feld. Eine Mannschaft, die auch, wenn sie nach vorne geht, in den Kontraattacken, gehen die alle zusammen nach vorne. Das ist eine sehr starke Mannschaft, die sehr zusammen... Le partite che ha giocato ha creato molte occasioni da gol sempre. Последние игры, которые я видел, очень много создают голевых моментов. Alle letzten Spiele, die ich von der Mannschaft angeschaut habe, sie hatten sehr viele Torchancen gehabt. Gespielt. Следующий вопрос. Un altra domanda. Dove è più facile lavorare come allenatore, in Inghilterra o in Russia? Soprattutto ci sono le cose buone e le cose negative, le cose facili e le cose difficili.
Wo ist es leichter, so als Trainer zu arbeiten, in Russland oder in England? В любой стране есть свои моменты, и как позитивные, так и негативные. Невозможно сказать, где легче работать, где труднее. Jedes Land hat seine Vor- und Nachteile. Man kann nicht sagen, wo man besser arbeiten kann. Где легче работать, в Англии либо в России. Следующий вопрос, пожалуйста. Herr Capello, was bedeutet der Ausfall von David Alaba für das morgige Spiel und wie würden Sie die Ausgangslage von Russland einschätzen, wenn das Spiel morgen verloren gehen sollte? Что для вас значит, что завтра Алаба не будет играть? Können Sie die zweite Frage wiederholen? Was es für Russland bedeuten würde, wenn man verliert? И что для вас значит, если завтра Россия проиграет? Da qua arrivare, intanto partiamo da questo fatto. Questa, mancano ancora tante partite. Начнем с того, с простого, что до конца отборочного цикла еще много игр играть. Мы siamo arrivati neanche alla metà del percorso. Мы даже не дошли до середины. Fangen wir erstmal damit an, dass in dem Qualifier noch einige Spiele zu spielen sind. Wir sind noch nicht mal in der Mitte, daher. Quindi risultato di domani è un risultato importante sempre. Понятно, что завтрашний результат важен для обоих команд. Ist ja klar, dass morgige Ergebnis für beide Mannschaften sehr wichtig ist. Però dobbiamo giocare tutti quanti ancora delle partite importanti. Но нам предстоят еще впереди после игры с Австрией также важные игры. Aber wir haben nach dem österreichischen Spiel morgen noch weitere Partien zu spielen und die auch genauso wichtig sind für uns. Alaba è un giocatore importante per l'Austria, purtroppo si è infortunato. Alaba, очень важный игрок для австрийской сборной, к сожалению, он травмирован. Alaba ist ein sehr wichtiger Spieler bei der österreichischen Mannschaft, leider ist verletzt. Сеньор Капелло, вам вопрос. Сегодня на пресс-конференции главный тренер сборной Австрии признался, что он смотрел все три игры сборной России на чемпионате мира и больше 10 матчей сборной России посмотрел до этого для изучения соперника. Хотелось бы узнать, насколько вы подробно изучили австрийцев и как планируете играть от соперника или исходя из своих сильных качеств. Спасибо. Капелло, сегодня тренер österreichischen Mannschaft hat betont, dass die letzten drei Spiele der Mannschaft in Brasilien hat und die letzten 15 Spiele auch sehr genau analysiert hat. Welche Spiele haben Sie im russischen Kader angeschaut? Was haben Sie im österreichischen Kader angeschaut? Welche Spiele haben Sie analysiert? Ho preparato la partita come lo preparo sempre guardando le partite. Я готовлю игры так же, как с другим любым соперником. Просматриваю, есть свой метод. Cercando di capire i loro punti di forza, i loro punti deboli. Просматриваю игры, пытаюсь увидеть те моменты, которые можно использовать, а также выделить сильные характеристики соперника. E cercando di spiegarlo ai giocatori. И стараюсь донести. Che hanno visto il video con me, che io ho preparato. И стараюсь донести до своих игроков как можно больше информации, то, что я увидел, то, что я думаю о сопернике, и ребята смотрят видео, которые я готовлю. Also, ich bereite mich folgendes vor jedem Spiel immer gleich. Ich schaue mir die Spiele an, ich rede mit meinen Spielern, ob das jetzt Österreich ist oder die anderen Mannschaften, das spielt für mich keine Rolle. Ich bereite mich auf jeden Gegner immer gleich. So viele Spiele wie möglich werden angeschaut, analysiert, mit meinen Fußballern besprochen. Wenn ich irgendwelche Momente sehe, spreche ich sie ganz besonders auf diese Momente an, wo die Möglichkeiten besteht, die Mannschaft zu schlagen. Perché io preferisco prepararlo da solo il video, cioè con un tecnico e non mi appoggio ad un collaboratore, un tecnico, perché ritengo sia importante delle cose che io vedo. Я предпочитаю смотреть в одиночестве игры, по несколько раз проверяю, смотрю, и видеооператор, который мне помогает в этом, вот и все. Ich ziehe vor, mir die Spiele immer alleine anzuschauen. Ich schaue mir mehrfach diese Spiele an und dann tue ich die Spiele analysieren und gebe das weiter. Das ist meine Art zu arbeiten.
Последний вопрос, если есть. Letzte Frage. Mr. Capello, какие впечатления вы имеете о Энстаппельштадте, о стадионе, и насколько будет сложно завтра команде играть, так как команда Австрии будет очень сильно поддержана своими болельщиками? Come tu vedi questo stadio? Vedi, importante per i domani partita di domani per te può essere sempre difficile per giocatori russi che stadio pieno. Beh, giocare con lo stadio pieno intanto è una cosa eccitante per i giocatori. Ну, во-первых, для любого футболиста, наверное, это заслуга играть при переполненных трибунах. Quindi, неприятно. E quindi io credo saranno contenti di giocare una partita con tanto pubblico e quindi vorranno fare una grande prestazione. Я буду уверен в своих ребятах, что они завтра выйдут играть на положительный результат при большом стечении в публике. Erstens ist es eine großartige Möglichkeit, in so einem schönen Stadion zu spielen. Das ist eine große Ehre für jeden Spieler, in diesem Stadion zu spielen. Und ich bin sicher, dass meine Mannschaft morgen sich von der besten Seite zeigen wird und ein sehr positives Ergebnis spielen wird. И последний вопрос. Фабио, Артем Зюба пропустил ряд последних матчей. В каком состоянии он сейчас находится? И не находится ли его форму недостаточно хорошей? Мистер Капелло, Зюба hat einige Spiele nicht mitspielen können. Was können Sie sagen über seinen Verlauf? Io ho controllato tutte le partite di tutti i giocatori, quanto hanno giocato fino adesso. Я контролирую игроков сборной, кто сколько проводит игрового времени в своих клубах. Ich kontrolliere alle meine Spieler, wie sie in anderen Clubs spielen. Però devo dire che tutti quanti si sono allenati benissimo e anche Zubo si è allenato benissimo. Ну, должен сказать, даже на отсутствие игровой практики у кого-то из ребят эту неделю все тренировались отлично. Я очень доволен. Non è stato solo che ha giocato poco, anche Granat. Даже Володя Гранат мало играет в последнее время. Володя Гранат spielt auch wenig letzte Zeit, aber ich bin zufrieden mit allen meinen Spielen, die momentan dabei sind. Danke. Спасибо, и до завтра.